Первый в России форум по защите прав потребителей проходит сегодня в Ульяновске. Это уникальный опыт. В России пока мероприятия такого масштаба на эту тему не проводились. Однако здесь тоже любой рядовой горожанин может подойти и узнать, что ему делать, если сапоги, купленные на рынке, оказались некачественными, что делать, если в интернете произошла какая-то не такая покупка, и что делать, если кредит слишком давит на кошелек. Ульяновский форум заинтересовал другие регионы. Кроме того, в качестве участников и модераторов приехали члены Общественной палаты России Александр Брашко и Владимир Винницкий. Первый из них координирует известный федеральный проект «За честные продукты». Для того, чтобы научить человека защищать свои права, и необходимы форумы. Форумы подобного плана, то есть региональные форумы, это, конечно же, очень важный инструмент в национальной системе защиты прав потребителей. Из всех форумов, в которых мне приходилось участвовать, форум Ульяновской области очень отличается как своей направленностью, а она, в свою очередь, является следствием того, что у вас очень своеобразно выстроена вся вот эта структура общественных отношений органов государственной власти. Этот форум очень важная часть общей законотворческой деятельности в сфере защиты прав потребителей, так как на данном форуме общественники, общественные организации, различные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора могут обмениваться опытом регионом, то есть в рамках всей России, и передавать, соответственно, свой опыт работы в данной сфере также и другим. Вчера я была на рабочем совещании в Общественной палате Российской Федерации. Там тоже мы говорили об этом форуме. Конечно, я считаю, что данное мероприятие крайне важно. И я сегодня здесь для того, чтобы получить этот опыт и транслировать у себя в регионе. Ульяновская область в сфере защиты прав потребителей давно бьет все рекорды. В городе работает первый в России контакт-центр при главе города, где людям абсолютно бесплатно оказывают помощь в сфере ЖКХ. Также создано огромное количество общественных организаций, которые готовы оказать любую, но в первую очередь юридическую помощь. Недавно в полку потребительских правозащитников прибыло. Наш отдел создан недавно. В принципе, это новшество в Российской Федерации. Ни в одном субъекте не существует подобных организаций. Здесь в Госюрбюро был создан наш отдел. Чем мы занимаемся? Защита прав потребителей по всем направлениям и абсолютно бесплатно. На форуме обсудили конкретные меры по перезагрузке всей системы защиты прав потребителей в Ульяновской области. Был представлен проект региональной программы по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы. Всего работало несколько площадок. Можно было узнать, что делать в случае неудачной покупки в интернете и в магазине. А сельхозпроизводители региона угостили участников собственной продукцией. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.